Вот. А вы говорите, кто это? Кого бомжик оставил заместителем кур кормить? Вот. Купили еды. Сам голодный. Сам голодный. И вот такое утро бывает на Савеловской. Привет, вам. Птички. Стаканчик водки. Все, нахуй рюкзак не нужен. Не, мы раздавим ее, но потом. У нас лето, а я хожу в зимной носки. Черный где? Черный, носки мне передай. Потом проблему, блин, с носками постоянно. Наш черный-то есть какой-нибудь информация? А я вам не говорил это. Звонила мне девушка, адвокат сокамерника черного. Вот, черный типа там это. Ну, на четверке он, Медведского. Это по Полярной улице, да. Ну, это где перекрестку возили. Да, да. Ну, там? Потом я это... Греф просит. Черный? Сколько лупили ему? Да никто не знает, сколько ему лупили. А что не говорит? Греф просит, а не говорит. А через кого он сговорит, блядь? Через кого? Позвонил, и я тебе объясняю. Адвокат сокамерника. То есть сокамерник выходил там на допрос или куда? Ну, я понял. Ну, и просто маляву кинул. Позвони по этому номеру, скажи, что черный здесь сидит. А ты это сам не слышишь, Сай? А. Ты знаешь фамилию, имя, отчество, там, где передали год? Да, да, да. Давай сделаем, подожди. Сигареты, чай и так далее. Ну, там дохуя стоит, бля, понимаешь, это, вот я покупал танку Тайсону, блок ябы, блядь, чтобы загнать через УФСИН магазин, интернет, через интернет, 1800 блок ябы. Ну, через банкомат тоже можно? Через интернет. Нет. Ну, чая можно сделать, нахуй, пару-трех килограммов. Сигареты-то надо. Можно, я вон сейчас могу зайти в УФСИН магазин, цены показать, какие там. Там ёбнешь сам. Сам ты вырвешь! Опять говорит. Эй, не ломай! Не ломай, неси сюда. Дерево не нужно. Надо, ну, нужно, кидай сюда. Сухое кидай сюда. Эй, Санека, туда не кидай. А, вот, не, у этого можно прикрываться, блядь, комаров гонять. Что рассказывал? Да, вы его начали, блядь, я пошел. Кто потеряется, блядь... кто появляется, кто потеряется, кто появляется. Я теряться не мою. Доебался я просто, блядь, на эти... И так далее. У кого жизни ничего не было? Семья была. Документы все проведы? Вот. А, документов нету, да? Да, документов... Придется все-таки мне это, идти в эту... В посольство узнать. Да, тут белорусов до хера, бедолах. Сразу со списком придется идти. Нет. Че ты кричишь там, блядь? Бомбармия к Киргуду. Эй, бульбаш! Это, блядь, сали нахуй, уборщики тут. Не, уборщики не говорили. Ну как? Его нельзя. Они не работают. И очень много работают, кстати. Ну как, не уборщики? До 6 часов поднимаются и дворник. До 10 часов вечера работают. Не, они ебашу пиздеют. Я просто и говорю, что это. Не, не молодцы. Как увидеть это постоянно? Эй, бульбаш! Эй, бульбаш! Эй, бульбаш! Эй, бульбаш! Девчонка нету, девчонка? Есть, девчонка? Есть! Хули девчонка вечером! Ему девчонка надо, да. Вообще, классный. Прикинь, охуенный. Помнишь, здесь кресло был? Угу. Он сюда занес,
Что чисто для нас. Поставил. Ну, кто-то вынес их, да. А он сюда их заволокнул, сказал для своим, наверное, цель. Ребятам. Он в следующий день. Он, походу, старший здесь, среди этих самых. Ну, типа бригадир. Да, бригадир. Вот. И кто-то выкинул кресло, и он своим сказал, они заволокли сюда, короче. Мы приходим сюда. Нихуя себе, у нас поляна нахуй. Два кресла, хуесла, все дела у нас. Блядь, красавчик. Вот этот человек. А почему вы это в черной бутылке берете? Она лучше, что ли? Что? В черной бутылке, почему водка? Привычка. 5 рублей разница, но просто этот мудак там должен. Поэтому туда не заходит, где пошли. Не 5. Не 5, не пизди. Не 5. 14. Да. Ну. 20 раз сходил, и еще бутылка. А в белой, когда берешь беленькую, то еще на 20 рублей больше. Я думал, блядь, ну разница какая. Беленькая, беленькая. А у тебя бульба, что за беда? Рассказывай. Все потеряно. Как всегда, работал на работе. Кинули, забухал, да? Выгнали. Слушай, блядь. Надо все-таки сходить мне в это в посольство Белоруссии узнать. Я хочу с ним пообщаться, поговорить, конечно. Мне просто интересно, его что в жизни, не я о себе буду рассказать. Бери, братиш. Пепси забери свою. Свое. Наше. Наше пепси забери, ладно. Так, я тоже похмеляюсь. А, еще у меня есть это. Белесье еда. Это видео. Это тебе не унижает. Это видео в твою сторону помочь. Понимаешь? А кому я снимаю? Да, попробуем это, там, какие-то документы сделать, там, если надо. Соберем одежду, билет. Или там с родственниками надо связаться, позвонить. Может быть, чей-то телефон помнишь. Знаю. Да, надо позвонить. Как оказалось, так и казалось. Позвонить именно надо будет. Надо предупредить, что все нормально. А вас там номер-то знаешь? Знаю все. Ну сейчас вот по WhatsApp. Ну, можно позвонить всегда. Этим я, в принципе, занимаюсь, понимаешь? Я сам здесь прожил 13 лет на улице. 13 лет он на улице жил. И помогаю ребятам, чем могу. И ребята мои подписчики. А ты уже полгода. Не больше уже, я уже твоих подписчиков пару человек видел. Декабря. Да? 29 декабря. Это, считай, январь. Январь, февраль, март, апрель, май. Как считать? Как считать? Если с 29 декабря, как это можно считать? Ну, считай, говорю, что в январе. А, январь, февраль, март, апрель, май. Июнь. 6. Нет, вот видишь, не все равно насчитал. Знаешь, говорится, чтобы дерево распилить или на 3 куска, сколько распилить надо? Два раза? Да. Вот смысл тоже. Январь, если он в конце января начал, январь не считай. То есть, правильно? Выкинь его просто. Конечно. Правильно. Февраль, март, апрель, июнь, опять еще июнь не идет. Правильно? Вот уже, видишь, 2 месяца. Да уже половина, сегодня 12 часов. 2 месяца уже, короче, блин, почти можно минус да. Слезать, блин. Наша вот просьба, вот дружищам, помогите, бульбаши, там, подписчики, кто и не был, чтобы он восстановил паспорт и поехал домой. Потому что он не обещал, братишка, ничего. Я как она есть говорю. Ничего не огорчаешься, ничего нормально. Не, я восстановлю. Я тебе и веду. Вот смотрите, ребят. Он на женской куртке ходит. Еще мокрый прямо. А, не мокрый, но влажный. Это не женская куртка, это мужская куртка. Я тебе уже второй раз говорю. Это мужская куртка. То, что здесь поезд.
На, блядь, ну на правый бок, на левый бок застегивай. Нет, на правый. Сзади, а вот клепки. Это правый, это правый. Ну, застегивается на левый бок. Это женская куртка. Это правый, говорю. Бля, ну. Так, подписчики, рассудите нас, женская куртка или нет. Есть вот этот вот замок, на где он застегивается. Поверни камеру, пожалуйста. Давай вот он. Просто как-то. Зачем? Нет, просто что камера там не видит лицо свое. Поднимись, пожалуйста, на секунду. Повернись. И что? И немножко ходишь? Наклонись. Не, не, просто повернись. А, не, братан. Если то, что там говорит, поезд, да, это мужская куртка. Это что вы без меня рассказываете? Ребята, помогите хоть мужскую куртку, хотя бы на куртку, чтобы деньги, или что там, чтобы вот одежда. Смотри, одну. Блять, а какие-то были у меня, я не знаю, раздал я все, не раздал, что-то было у меня. Подожди, вот одно смотри, ширинка всегда у мужика слева, слева направо. Вот она и есть, слева направо. У тебя куртка слева направо застегивается справа налево. Как это справа, слева, вот оно, блин, застежка, как это справа? Ты что ты мне доказываешь? Ты по мудрости разговариваешь? Мне в стену эту головой ебануться, или что? Листина падает, хуй, да? Я бы сейчас сам не понимал. У тебя застежка есть? Где она находится? Где твоя застежка? Где она? Слева? Слева? Направо. А у меня где? Слева? Справа? Вот она, говорю, ты что, не видишь, что ли? Посмотри. Вот она. Застежку посмотри. Слева? У тебя тоже слева? Вот покажи свою застежку. Не, у него слева направо, у тебя, у тебя справа налево. У тебя, покажи, где твоя застежка. Да ой, ты не ой. Про то, вот у тебя клапан, видишь, вот это называется клапан, антиветер. Вот, он у тебя идет с правой руки на левую. Слева направо, вот там вот клапана, а застежка именно. Да застежка она всегда. Да что застежка, застежка в одной паре? Я понял, короче. Ну. Все, ладно. Я понял, все. Не будем. Я понял. Наконец-то договорились. Блять, легче узбеку доказать, нах, киргизу, таджику. Тут белорус ни хера не понимает, блядь. Нет, застежка слева, когда покупали. Дубовый, нахуй, стал на своем, нахуй, и стоит, блядь. Мореный дуб причем, да? Хуй ты кажешь. Не твои или другой куртка там? А, есть куртка там. А давай его подогнем. Бля, это она чисто нахуй возьми. Просто, бля, на самом деле, она похуй. Ну, не рисуй. Я мусульман. Бля, она зимняя просто нахуй. Да? Ты когда ходишь на улице, да? Ну, ты знаешь, баба, чтобы специально покупает куртку, такую, чтобы жопу, чтобы была большая такая, да? А ты когда ходишь, куртка у тебя, блядь, поднята. У меня жопа и так большая. Твои жопы там, блядь, твои жопы там. Жопа нахуй никому не надо. Нет, я имею в виду, когда ты ходишь, куртка у тебя поднята, понимаешь? Это уже дурака ясно, как это женская куртка. А, хуй с ней, разобрались с курткой. Я тоже посмотрю, у меня что-то там было дома. Я уже не помню, пораздавал я все или еще нет. Ладно, за тряпком базар не будем поднимать. Давайте рассказывайте, ребята, что о жизни, по жизни, какого у нас жизни, да? Где сладкий, где, блядь, ты сам знаешь, какая это жизнь, блядь, ты сам прекрасно понимаешь. Я говно, один усран. А что там, ребята, что говорит, что ослан, бля, как царь? А не царь, а вообще-то обычный бомж, блядь, на улице уже 3 года, нахуй. Не надо пиздеть. Ты посмотри, на пьедестале. Вот, смотрите, я свяжу. Кто-то внизу сидит, нахуй, кто-то, блядь, пешком, блядь, стоит, нахуй. А он на пьедестале сидит, нахуй. Нихуя себе, ты еще добавляешь, да? Памятник. Как память тоже. Посадь полотенце вместо чалмы. Возьми полотенце вместо чалмы, замотай. Ну и все. Не, ребята, просто понимаете, что дело не это. Вашими молитвами, вашими подписчики, вот эти там лайки, майки там и так далее. Я не понимаю, что такое. Ну, я сам был подписчиком, но сам стал, короче, алкашом.
Не алкашом. Бомбу оригинал. Не фаршой, оригинал. Я говорю, не бомж, а просто любитель выпить. Понимаешь? Это две больших разницы. Бомж это бомж, а любитель выпить. А мы кто? А? Любители выпить. Бомж и любители выпить, да? Да. Ну, все вместе. Два одно, да? Да, два одно. Кофе. Три в одно. Как шампунь какой. Два в одно, еще холдер шолдер, да? А, не холдер шолдер. Да, холдер шолдер. Нет, не холдер шолдер. Хуй простишь по персию. Холдер шолдер. Я его называю холдер шолдер. Он когда называет, я понимаю. Я в рынок захожу, блядь, что надо? Холдер шолдер. Чего? Холдер шолдер. Я говорю, холдер шолдер, что я не понимаю. Ну, холдер холдер я про него. Они на меня смотрят. Я понял. Сегодня сколько мы шампуни взяли? 60. Никому не говори. Мы обратно сдали. В магазине. Сейчас твой косяк. Да, это мой косяк, да. Давай, выключим, пообщаемся. Так. Да есть, что есть, что есть, дадим. Что, какой ты магазин его зовет? Он же имеет магазин свой. А. У меня же есть свой магазин. А салоны красоты там нет? А? Салоны красоты. Шоколадное нет. Обертывание. С ногтями. Это, маникюр, не педикюр, нет? Нет. А вот чисто шмотки. Завтра пойдешь со мной. А что завтра? Нахуй я завтра? Сегодня. У тебя сегодня выходной, что ли? Не, магазин закрыт. Выходных нету, нахуй. Я работаю без выходных. Я, блядь, ну, я... Всех с праздником, россияне. Ты только вот эту куртку выкинь на куда-нибудь. Я все услышал. Ну, на меня в трудное время греет. Знаешь? Да, он вообще ходил в тапках, там он кроссовки. Нет, вы же. Нет. Кроссовки мы тебе. Как? Да, у меня туфли, блин, какого у тебя размера? 41. Во, мой размер. Как не ходил в резиновых тапках, ты пришел? Нет, никогда. Я в эти как зашел, так и пришел. Вот именно в эти туфли. Стой, сейчас подожди. Только не падай. Именно в эти туфли. Куда он пошел? За ботинками. За тапками. А, я видел эти ботинки. Не надо. Зачем? Это охуенные ботинки. Так и эти, ребята, эти же это охуенные ботинки. В отличие от твоего, это он охуенный. Я тебе могу сказать, то, что они убитые сейчас, блядь. Ну, это... Ботинка-то нормально, а дорого, ты сам... Дорогого стоит. Ботинка-то нормально, а ты сам убитый. А это другой вопрос. Это вопрос у другого. Смотри сюда. Вот, чё бы ты. Такие мокасины, как у тебя. Но они выглядят лучше. Охуенные. Блядь, Децл мокрая. Вопросов нету, подожди. Мужики, я лучше у своих сухих, блин, ну, пока. Да, так. Ты их поставил вот так это, но Сань. Это мокрое. На это стеночку он облокотил вот так. Чик-чик. Я просохну. Они просохли, да. Понадобится? Я их сам одену, нахуй. Так, где твоя куртка? Мне, блядь, воля тут. Сними куртку, одень эту куртку. Дай фир. Блядь, это ж не для прикола. Не, ну, надо ради бога. Я сейчас просто... Да, ну, это, что нам шуршит, нахуй, в карманах? Так. Фантики, бумажки. Все свое нашел с собой. Стаканчики. Сначала маска, день. Да. Шучу, я бы не ищу. Ты не гонишь, как ты ванишь. Нет, это бляная маленькая будет. Попробуй. Ну, вон, бери. Бери курсы. Что, прищем? Нет, а? Она куда, нахуй. Нормально? Ровно помню. А ты это... Пузо немножко, да? А это... Блин, я нихуя вообще, не получается, блин. Трудовой вокзал.
Сколько не долбишь, блин, работаешь, все равно не худеешь. Где ты работаешь? В гортопе сейчас. Да, по городу топали. Правильно, я вижу. В гортопе. Да, спасибо. Ну что, бухнем, ребят? Давай, Сань. А почему он должен бухать, а мы, блядь, стоять на... Да. А мы, блядь, на стреме нахуй. На стреме. Не, дерево вот это, не свалилось, блядь. До конца, блядь. Догнется, так догнется. Ребята, подписывайтесь, лайк. Да, за подпишитесь нас, на канал, друзья. Всем лайк. Колокольчик. Ребята, за вас, за нас, за все хорошего. Я за спецназ, я не буду пить. Почему? Девочки, потому, мальчики. Что... Бля, как бы там ни было, но у нас ну, что-то как-то мы держимся. Из-за вас держимся. Не, выпивай ты. Не, я хотел сказать стос, а ты уже сказал, уже ты говорил, на, пей уже. Да, держи. Так, выпейте кто-нибудь, иначе я выпью. Да, я хотел сказать, я говорю, сейчас заберу и выпью. Он же понял. Он же должен пить. Бабах. Бабах. За вас вообще. Честное слово. Ребята, спасибо вам. А это, кстати, как его звали? Кого? Который подписчик, который не сказал мне. Который вот. Я не помню, как его зовут. Как его, это, который мы пили? Вино или... Да, настойку, который вчера приезжал подписчик. Вчера у нас какое число было? 11. 11 июня, да, приезжал парень, которого я провожал на 10-й маршрут автобуса. Вот про тебя мы говорим, надеемся, узнаешь. Спасибо тебе. Да, от спасибо души, огромное. Чисто для души. От всех, ребята. Спасибо вам. Галине огромное. Тоже спасибо огромное. Галинка, да, спасибо. Я даже Галинка не могу сказать, ну, сестра, да. Короче, спасибо вам. Ребята, всем спасибо. С вашего лайка, вашего подписывайтесь на канал. Маэстро, твой маэстро, с вашего подписка, вашего лайка мы выживаем на улице. Он всегда, вот даже, пускай блогеры усмотрит, не до пизду, если честно сказать. Блядь. Пускай приедет. Когда даже блогеры приезжают, разницы нету. Просто приезжает, приходит человек, он приносит от себя. Чай там, кофе, нахуй, там, что-то еще там, бля, перекусить, нахуй. Эти приезжают чисто, бля, поснимать. Ну, за бывает, это, бывает за это дать копейки. Ребят, у меня лично для всех, тот, который знает Черного, Костяна, личное обращение для пацанов, от пацанов. Сейчас. Я понял, что хочешь сказать. Ребята, скиньте по возможности, сколько у кого есть возможность. Скиньте хоть 10 рублей, хоть 20 рублей, чтобы с Черному Костяну сделали, чтобы хотя бы чтобы пару пачку сигарет, то есть пару блок. Да, ребята, кто в теме, кто... не чурается темы грева в тюрьму. 300 рублей мне прислали на грев. Вот. Но я вам объясняю, там блок сигарет стоит 1800. Вот. Я посмотрю сейчас все цены, какие там есть. Ребята, по возможности, у кого есть возможность, это только мертвые человеки не бывает, которые под землей. А которые ходят над землей, у всех есть возможность. По-братски я просто прошу. Сделай по-человечески сделай, чтобы добро это возвращается по-любому. Друзья, вот по поводу Черного, прямо сейчас я зашел на Уфсин магазин,
там еще приколюха, короче, получилась такая. Вот буквально полтора-два месяца назад, да, я отсылал там сигареты Танку и Тайсону. То есть все нормально было. Сейчас я захожу, там уже, короче, минимальный заказ 3000 рублей. Вот. Цены там обычные, как бы нормальные, но они еще берут, сразу не говорят. Я сейчас пытался просто поинтересоваться, сколько общая сумма у меня выйдет. Вот, я там минимальное поставил, сахар, кофе, самый дешевый Нескафе, чай Липтон в пакетиках, 100 пакетиков, рассыпного там нету. Что еще? А, и блок сигарет. Там что-то получилось 2300. 2300, ну, короче, надо добирать до 3 обычными товарами. Плюс еще они берут там за доставку сколько-то. Короче, это получится 3,5, около 4000. Самый минимальный греф через УФСИН магазин. Вот. И что я еще хотел сказать? Ну, в принципе, все. Вот. Кто интересуется, просто зайдите в УФСИН интернет-магазин. Вот. И посмотрите цены и всю достоверную информацию. У кого есть возможность, можете напрямую прям помочь черному. Я надеюсь, уже все знают его фамилию, имя, отчество, год рождения, дату рождения. Сидит он, четверка, медведь. Улица Полярная, дом там. Ну, там УФСИН магазин, он прям сразу выдает. Москва, он выдает. Первый, второй, третий, четвертый СИЗО. Вот, он сидит в четвертом СИЗО. Кто, значит, не знает информацию по черному, пишите в личку или в комментариях, мы напомним. Еще раз всем спасибо. С четвертого Полярного улица, Медведько. Азамат. Шамиль. Как его касаемо фамилия, имя? Черников, да? Чернигов. Чернигов? Да, Чернигов. Чернигов. Константин. Константин. Владимирович. Владимирович. 76-го года. За ними смотрите. Азамат. Рашид. Лично это чисто братское сердце, я вам говорю. Он, да, базара нет, до этого было где-то, чтобы он отбывал. Это не суть. Чисто от души говорю, братское сердце. За ним посмотрите, пожалуйста. Салам алейкум. Все, Бульба подустал у нас. Ребята, здравствуйте. Вот приехал человек, который нас видел, знает. Выпиваем, коньячку нам привез. Ну, пепси. Как это запить? Это Бургер Гиль бесплатный дал, да? Да, это... Да, спасибо огромное подписчикам. Подписчику приехал к нам в гости. Что там, комары? Не, коньяк я не купил. Ладно, давай тур скажу. Ребят, братка, салам алейкум. Ребят. Ребята, с собой мусор уберите, сюда кидайте, пожалуйста. Хорошо. Ребята, я хочу сказать, чтобы с такими людьми, тот, который к нам приходит, нас кормит, понимаете, нас обувает, нам подписывается, нам лайк ставит. Спасибо всем, благодарю. Я имя не буду называть. Спасибо от души чисто. Тот, кто желает, что у кого есть желание, приезжайте, пожалуйста, посмотрите на наше состояние, где мы живем, как мы живем. Тот, кто не понимает, когда увидите, вот и тогда и понимаете. Спасибо вам огромное. Ребят, ну, братка, не обещаю, конечно, имя не буду говорить. Спасибо тебе огромное. Давай, быть добру. Давай за твое здоровье, и за наше здоровье, и за нашу жизнь, чтобы было крепко, где мы не были. Это не значит, только на улице живем. Это не значит то, что кто домашний. Это
значит крепкая дружба. Давайте за крепкую дружбу. Кто бы ни был. Лайкосики, ребят, не забываем. Да, лайкосики, подписывайте. Дом, да. Базу мою снял всю, понял? Как я сплю там. Наливай, человек. Кирилл. А я иду, не вижу, блядь, ничего вообще. Цюк-цюк, блядь, убирайся. Нихуя не пойму, блядь. Кто меня кричал? Как будешь, на ту сторону выходишь, там солнце как раз, блядь, ебло. Я и так-то еще туго соображаю. Должна была встать в 2 часа, чтобы в больницу делал усилие. Проснулось в 4, нахуй. Хоть бы кто-нибудь, блядь, крикнул, раз бы жил, а? Нахуй, кому вот, это не вот, нужно. Черт. Кирилл. Я его сюда отправила. Говорю, там один Кирюха сидит, он веди к нему. Я тебе отдала карточку? Кирюх, отдала карточку? Отдала. А то у меня бывает провал памяти, блядь. Потом по карманам ХБ. Это не мое, не знаю откуда, блядь. Я его устал. Кирюх, какой у тебя код? А тебе консьержка все равно не проходит. У меня через консьержку все проходит. Код, блядь, нахуй, не знаю, блядь, Гриша депутата, нахуй, его, блядь, закрыли. Говорит, только через консьержку. Вообще охуенно. Да, я разрушился. Я задолбал этот тополиный пол жараю, значит, такие. Я как бы... Да так. Поставьте песню. Ни шатка, ни валка. Руки вверх. А побриться уже стоит? Не хочу. Лень. Лень? У вас там в апартаментах нет парикмахера? Парикмахер в больнице. Он зажигалкой бреет? Да, и машинка есть. Тащи-сантащи. Так, короче, тачку оставляй здесь, дальше сам этот, на тачке. Сколько там лет? Пешком иди. Да. Вчера заползала, блядь, носом как уебалась, царапина. Помню, я сегодня Ольга Савилова спрашивала, у меня, говорит, что с носом? У меня царапина посидела, я уже заползала так. Воды набрать. Изначально найти путишку. Че ты еще воду туда не провела? Но. Где? А там проводка есть? Или уже поснимали? Ага, да хуя там проводки. Что, хреново? Пух, блядь. А, пух, блядь. Я вот еще и сижу, руки к носу, блядь, чтобы он в нос, блядь. А то начну еще как чихать. Вот и путь, хорошо. Крыс. Они сразу опускаются. Вчера вот с кем пришел, как Андрюха, да? Ну, это что, не помнишь, что садки? Андрюх, нет, Андрюх. Я помню, но имя просто у меня не стоит. Андрюх. Кто здесь сегодня на лавочке? Сейчас пришли с Серегой. Сидел. Две рюмки, ну, они, видно, уже и до этого употребили. Ну, да. Белому съездили в больницу, отвезли. И, короче, сидит. Ксюха, я пойду с тобой, я за тебя, блядь. Сам уже втыкает. Я говорю, так ты пойдешь или спать будешь? Спать буду. Тебе за Мансуру еще ничего не говорил? Кто? За Артура Мансуровича.
Никто не говорил мне ничего. Кто? Майор ФСБ. Во-первых, блядь, это Макс Мансурович. Какой нахуй Артур? Артур. Какой Артур? Артур. Он Максим. Максим вообще. Он живет вот за моим домом. Сейчас не бухает. Но он... Не, сейчас не бухает. Вот резидим поймал, да? А Винка? Сейчас и не бухает. Не, мама. Мама переехала. Ой, выпишу вас из больницы. Да. Он подвязал. Мы сегодня с ним разговаривали. И водочки сверху. Вот ты не должен, Артур.